Всем добрый день. Хотела вам рассказать сегодня про детский с 3 до 7 лет. Я сегодня созвонилась с Минтрудом, да, задала свои вопросы, которые меня интересовали. Значит, хочу теперь поделиться информацией с вами. Значит, как вам известно, с 1 апреля в Российской Федерации идет переоформление детских пособий на более высокую выплату, да, перерасчет, так скажем. То есть сейчас, кто с 1 апреля будет подавать на детские с 3 до 7 лет, значит, перерасчет будет проводиться с января месяца. Значит так, давайте вот какие вопросы задавала по своей конкретной ситуации, и они, я думаю, как бы интересуют всех. Вот, допустим, я получаю пособие с 3 до 7 лет, да, и у меня официально оформлено до июня месяца. Значит, с учетом того, что с 1 апреля идет переоформление, да, я имею право сейчас вообще не подавать на детские пособия, там забыть, я не знаю, там отвлечься, еще что-то, да, но до декабря должна подать в моих интересах, то есть, но по июню у меня оформлено, значит, никто мне не приостановит эти выплаты по июню, я так и буду получать, но буду получать лишь всего лишь по 5800. Если же я сочту нужным, да, подать с 1 апреля заявление, то есть сегодня, на сегодняшний день 2 апреля, да, вот я подам заявление на госуслугах, заполню, догружу необходимые документы, да, какие-то документы все-таки придется нам самим подгружать, как Минтруд пояснил мне. Значит, если я оформлю эти пособия, да, и я, если я прохожу по этой категории, то мне назначат выплату, например, уже 70%, да, это около 7 тысяч, получается, от прожиточного минимума, да, допустим, или 100%, да, там это около 12 тысяч от прожиточного минимума. Значит, если же все-таки я прохожу по доходам, и, допустим, мне оформляют 70%, мне с января месяца перерасчитывают все, то есть вот этот хвостик, да, который я получала 5800, и сейчас я буду получать, грубо говоря, 7 тысяч, да, вот этот хвостик мне доплачивают с июня месяца по апрель, а с апреля месяца, если я успеваю пройти, значит, мне уже придут полностью 7 тысяч. Если я не успеваю пройти, то мне придут в мае тогда полностью 7 тысяч и плюс вот этих все хвостики уже включительно апрель, да. Но все вот эти пособия, да, которые даже если я сейчас прям подам на переоформление, они будут у меня такие, будут до июня месяца. Новый срок у вас не назначается. То есть если вы с 1 апреля подали и рассчитываете, что вы подали на год сразу же, да, до 1 апреля 2022 года, нет. Вот до какого у вас срок был? Вот у меня до июня. Вот до июня у меня и будут это оформление, получается, до июня. В июне, соответственно, все заново. Я опять также заполняю заявление на сайте госуслуг, либо в МФЦ, либо в соцзащите, да, и подаю на оформление вот этих детских пособий. Значит, условия там чуть-чуть, мягко говоря, изменились, да, то есть теперь будут учитываться доходы все абсолютно, будут учитываться, мать работает либо не работает, то есть обязательно, человек должен быть обязательно трудоустроен, то есть если вы нигде не трудоустроены, просто у вас эти пособия вы не будете получать, то есть вы должны либо в центре занятости населения состоять, да, и подтвердить то, что вы не можете просто трудоустроиться, вот, либо же какие-то другие иные доходы иметь, значит. Вот, да, предоставлять справки о своих доходах нужно за 10 месяцев. Вот, значит, то есть вот сегодня с 1 апреля, да, я сдаю, допустим, документы, за 10 месяцев тому назад я должна все доходы свои подтвердить. Значит, будут теперь учитываться и все абсолютно члены семьи, да, которые входят в состав семьи, кто где работает, кто где учится. Будет учитываться жилье. Зайдя на сайт Минтруда, я увидела, что жилье будет учитываться только то, которое вы получили от государства. То есть, если вы жилье приобрели за свой счет, я так понимаю, что оно либо не учитывается, либо как, я вот этого еще точно не могу сказать, да, что на сайте соцзащиты Минтруда написано только про социальное жилье. То есть, если вы от государства что-то получили, да, по каким-то там программам, значит,
Ну, в любом случае, когда заполняете заявление, заявление на госуслугах вчера зависало, то есть оно не, ну, люди не имели возможности его оформить, заполнить, да. А сегодня Минтруд мне сказал, что им пообещали, что с сегодняшнего дня вы можете уже пробовать опять заходить и все-таки заполнять заявление, да.